Дочь актера Михаила Ефремова Анна-Мария решила взять опеку над матерью Ксенией Качалиной, у которой есть проблемы со здоровьем. Об этом сообщает издание «Стархит». По словам адвоката Анны-Марии Владимира Комсолева, Качалина отказывается самостоятельно обращаться к врачам, несмотря на то, что нуждается в лечении. Всю заботу за актрисой хочет взять на себя ее дочь, только официально. Опекунство назначается в судебном порядке. Для этого необходимо подготовить ряд документов, которые мы уже активно собираем, заявил Владимир Комсолев. Он рассказал, что Анна-Мария переживает за состояние своей матери, которая оказалась никому не нужна. Во-первых, в квартире, где проживает Качалина, установлены новые замки. Попасть туда не может даже Анна-Мария, которая там прописана. Во-вторых, из апартаментов идет неприятный запах. Актрису несколько раз не заставали дома. Ксении явно требуется защита и помощь. А вдруг ей станет плохо и никого не окажется рядом? Добавил адвокат. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и пишите свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить ничего важного.